Сегодня мы принимаем гостей. Мы видим, уже начали подъезжать и братья, и сестры на конференцию. И нам очень радостно видеть лица наших друзей, потому что мы уже встречаемся и где-то и не в первый раз. И я думаю, многие наши друзья проделали не одну сотню километров для того, чтобы мы сегодня могли видеть лица друг друга. И Слово Божие говорит в послании к евреям: «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Слава Господу! И сегодня наши друзья принесли эту жертву. Пожертвовали, оставили свои дома, семьи. Пожертвовали своим временем, чтобы быть на этом месте, чтобы нам сегодня иметь общение. И не просто поговорить: ну как ты там живешь, как у тебя там дела, как на работе, как дома. Но апостол Павел, когда благословляет народ Божий, он говорит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Слава Господу! Что некогда мы не знали этого общения, но в свое время Бог вошел в наши сердца и сроднил нас кровью Иисуса Христа, и мы теперь имеем общение Святого Духа. И нам очень приятно быть в таком общении. Нам очень приятно, когда Бог говорит к нашим сердцам, пускай даже Он, может быть, не что-то и такое радостное для нас, а где-то и обличительное, но это все во благо для наших душ. Евангелие от Марка. Мы читаем такие слова. Христос послал, когда учеников, и говорит: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит: где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». И сегодня мы видим тоже, и приготовление, и горницу приготовляют еще не до конца устлано. Осталось несколько окошек. И мы тоже готовились, и чтобы все было как для Господа, чтобы Господу удобно было иметь в нас и с нами общение, чтобы это общение оно могло принести плод, чтобы это общение могло принести благодать для каждой души, для каждого сердца. И мы попросим также благословения, чтобы Господь прибыл с нами в этом служении, чтобы Он говорил к нашим сердцам, чтобы Он действовал Своим Духом, Своей благодатью на этом месте. И пока еще наши братья в пути, уже они на подъезде, мы будем молиться, чтобы Бог благословил предстоящее служение. Аминь.